Ужга – одно из селений с древнейшей историей в Республике Коми. Находится у самых южных границ республики, на правобережье реки Сысолы притока Вычегды, в 8 километрах от нынешнего районного центра села Койгородок. Исследованиями ученых доказано, что этот район издревле был заселен человеком. В ходе археологических раскопок здесь обнаружены древние могильники, одно из которых относится к 5-му тысячелетию до нашей эры. В 12-13 веках нашей эры здесь было крупное поселение, существовавшее длительное время. В те времена земли сегодняшней Кайгородщины подчинялись Перми Великой. В 14 веке по велению московского великого князя, для укрепления владений Руси от опустошительных набегов пограничных народностей, возникают укрепленные городки. В их числе был построен осадный городок Ужга. Он насчитывал 25 сооружений, и в них жители прятались и вели оборону во время вражеских набегов. В 1586 году в Погосте Ужга имелись две деревянные церкви, Николая Чудотворца и Афанасия Великого, три двора церковнослужителей, 13 жилых и 9 пустых крестьянских дворов. Рядом с Погостом находились деревни Клементьевская на ручью, Озининская, и Починок, и Гумнова, в которых было 5 жителей и 3 пустых двора. Укрепленный городок Ужга стал центром Ужгинской волости, объединившей окрестные деревни и починки. Она занимала большую часть территории современного Койгородского района и такую же часть территории от современного Пермского края. Лишь в 16 веке они снова отошли к пермским землям. С 16 века Ужга и Койгородок находились на Великом Сибирском пути, проходящем через Каму в Сибирь, через Объячево в Великий Устюг, через Кобру в Авятку. Жители волости занимались строительством речных судов. Сысола была судоходной рекой, поэтому нужда в подобных судах была большая. Зимой на санях, а летом по реке сплавляли готовую продукцию и завозили товары. Этой северной ветвью Сибирского пути прекратили пользоваться только после открытия пути в Сибирь через Казань. На старинной карте Московии 1706 года можно разглядеть осадный городок Ужгу на реке Сысоле на Великом Сибирском пути, и наглядно убедиться в правдивости истории этого селения. К 1707 году все прежние селения слились в погост Ужга, рядом с которыми возникли деревни Пустошь и Водская, также к 1717 году вошедшие в Ужгу. В 1719 году здесь уже насчитывалось 42 двора. В 1926 году в селе Ужга с деревнями Иппон и Водская насчитывалось 134 двора, 638 жителей. В 1930 году здесь уже имелись фельдшерский пункт, школа,
изба, читальня, пароходная стоянка, потребительское общество, милицейский участок, крестьянский комитет общественной взаимопомощи. В 60-е и 80-е годы 20 века численность населения села сокращалась. В 1970 году в Ужге жили 433 человека, в 1979 году 349 человек, в 1989 году 246 человек. По переписи населения 2010 года постоянно проживающих в селе оставалось 158 человек. В наше время мало что напоминает о былом историческом значении Ужги и ее роли в развитии торговых связей России с 15 по 18 век. Но нынешние жители и выходцы из ужгинских деревень имеют полное право гордиться богатым историческим прошлым своей малой родины. Те, кто заинтересовался аэросъемками, историей и судьбой деревень и сел Республики Коми, могут посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен около 200 видеороликов. Съемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усинском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.